Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию палатки фирмы Step. Производство города Екатеринбурга, серия Elite. В данном случае у нас палатка Stack 3 Elite. Материал Oxford 210 влагонепроницаемостью 2000. Каркас выполнен из сплава титана алюминиевого B95T1. Что, в принципе, обеспечивает достаточно хорошую прочность палатки. Ну, сейчас мы посмотрим, как мы ее разберем, а потом соберем. В принципе, и вся палатка разбирается очень быстро и собирается вот так же. Вот. Ну, палатка, посмотрим ее изнутри. В палатке имеется два кармашка для приятных мелочей. Есть окошко, через которое будет поступать воздух на молнии. Палатка имеет каркас зонтичного типа, быстроразборный. Вот. Молния двухзамковая, односторонняя. Легко и быстро, которая застегивается и расстегивается. Юбка у данных палаток этой серии увеличенная до 25 сантиметров. Имеются петли, за которые мы будем ее крепить ко льду вертышами. Также имеются ветровые оттяжки, петли для оттяжек, за которые мы будем ее крепить, чтобы ее не унесло сильными порывами ветра. Вот. Ну вот, в принципе, вот такая вот у нас палаточка получается. Размеры палатки: высоту 1,60 м, от стенки до стенки 1,20 м и по диагонали 270 сантиметров. А теперь посмотрим, как она у нас собирается. Для того, чтобы во время транспортировки материал тента не повредился, с узлов изгиба снимаем материал. Дальше подтягиваем материал вверх, чтобы она у нас поместилась обратно в чехол.
скажем так, цена в палатке не столь высока. Относится к палаткам серии эконом-класса. Цена-качество соответствует. Рекомендуем.